Мы на выставке Surf Expo 2012 года, и это Mastercraft X-Star 2013 года. Прежде всего здесь всех больших игров, и Mastercraft не исключение, а в принципе он зачинатель этой доброй традиции. Здесь носовой трап имеется. Необычное и эффектное сочетание черный с ярко-зеленым салоном. Очень здорово выигрышно смотрится, я думаю, что и на воде тоже. Хочется отметить также ветровое стекло изогнутой формы, и оно очень необычно смотрится, потому что где не получается прогиб. Биотехнологии на службе производителей буксировщиков, по всей видимости. Установлен новый тауэр, и к новому тауэру установлен новый ходовой тент. Этот новый ходовой тент с мощным каркасом. Дополнительно сверху на ходовой тент можно крепить доски. Чаще всего это вейксерфы. Здесь установлена новая система подсветки, которая обеспечивает видимость вейксерферам ночного катания. Конечно, это нелегальный вид спорта, но тем не менее, если вдруг захотите покататься, здесь есть система освещения, которая ориентирована назад. Очень эффектные воздуховоды из алюминия. Они в сочетании с черным пластиком и с винилом очень выигрышно смотрятся. Здесь удобная ступенька, салон, и пароход над моторным отсеком также из нисходящего покрытия. И очень удобная опция здесь на трансе ручки для того, чтобы держаться, потому что транец сама по себе вещь обычно склизкая, и у тех, кто за катером не следит. И хоть единственный шанс схватиться за транец, это вот эта вот замечательная ручка, которая прям сделано за подлицом по форме транспорта.